В области продолжается конкурс губернатора нашей Подмосковья. Химки – один из активных городов-участников. Уже поданы десятки заявок. Напомню, в прошлом году их было порядка 300. Это лучший показатель по региону. Что на этот раз готовят участники, узнала Ольга Донченко. Например, из Наро-Фоминска писали, мы туда отправляли газету, так что наша газета, она известна уже по Московской области. Не только в Химках, да, совершенно верно. Выпуск газеты – дело непростое, требующее профессиональных знаний и широкого кругозора, признался Андрей Зайцев. Помимо печатного издания, мужчина представил на конкурс еще 3 разноплановых проекта. Еще я сделал заявку, это антиалкогольные рейды, майские старты, это спортивный туризм и ориентирование, и провел стол по молодежной политике. Хоть цветок посадил, хоть что сделал, хорошее дело. Ты можешь подавать на эту премию, там много номинаций. Андрей Кононов, друг и коллега Андрея Зайцева, тоже не упустил возможность и представил на конкурс проект, давно известный в Химках. «Крутой квест», так его называют в народе. «Крутой квест» – это городская спортивная игра, которая рассчитана на все категории возраста, то есть начиная от детей, заканчивая взрослыми. Цель премии – выявить, отметить, поддержать то, что уже приносит людям пользу. Призовой фонд в этом году увеличен в 2 раза и составляет 180 миллионов рублей. Премии присуждаются в 10 номинациях. Денежное вознаграждение в каждой из них составит от 500 до 100 тысяч рублей. В конкурсе может принять участие любой желающий, главное, чтобы он был прописан в Московской области и реализовывал проект, соответственно, тоже на территории Московской области. На данный момент только от Химок подано 46 заявок. Оформить заявление можно, заполнив форму на сайте нашеподмосковье.рф или отправив ее по электронной почте. Заявки на соискание премии принимаются до 30 августа 2014 года от физических лиц и некоммерческих организаций. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 495 572 14 86. Ольга Донченко, Дмитрий Чупурной, служба новостей.